Всем добрый день. Сегодня у нас 13 апреля. Хорошо, что 13 не пятница. Находимся мы в Одинцово. Тут он вкусная точка. Идем. Сейчас покажу куда. Идем в магазин 550-85 золото. По промокоду буду получать на шару бриллианты. Интересно, что такое. На Озоне идет акция. У меня есть промокод. Сейчас зайду, посмотрю. Говорят, бриллианты раздают. Огурчики у нас тут по 200-220, а я только что взял матвеевских родных по 150. И где у нас тут этот магазин-то? А, в следующем, наверное. Попробуем найти. Это на Советской 9 находится магазинчик. Где-то должен вход. Одинцовский городской суд. Так и хочется из фильма, где Вицин говорит: да здравствует Советский, самый гуманный в мире. Ладно, отвлекаемся. Ветер-то какой. А где этот магазин? Я что-то не вижу. А, вот он. 585, звездочка золотой. Ну вот, сейчас в него зайдем и по промокоду получим бриллиант 2 карата. Вот тут сразу и стоматология, сразу и зубы подлечит, чтобы варежка не раздевала. Ну вот, получил подвеску клевер, вот такая маленькая, по промокоду от Озона, и там маленький бриллиантик имеется. Все, домой приеду, сейчас смонтирую. Что-то хотели показать? Вот здесь находится эта бирочка, это наш ценничек, здесь бирочка, и здесь, вот тут вот. На бирочке написано вставка, какая вставка, чистота, каратность и так далее у этого камешка. Пипец какой. Здесь прописано, что это серебро и что, какая вставочка. Ага. Рисовка прописана, штрих-код и так далее. Все, здорово. А здесь уже прописано, какая проба, и на самом паспорте изделия какая вставка. Ага.